первый вариант 15 на 4, то 15 на 4 это механическое движение молодых ученых, фанатов науки. Каждый из нас занимается любимым делом. Кто-то верстает, кто-то занимается организацией, кто-то снимает видео и так далее. И все вместе мы делаем одно общее дело. Меня зовут Надежда Воронина, я искусствовед. Я расскажу вам про русских художников в Мюнхене. Добрый вечер. Меня зовут Александр Чернов-Пицкий. Если у вас будут вопросы во время лекции, то смело держите их при себе. Я не смогу на них ответить. И более того, Ричард Фейнман, один из крупнейших физиков 20 века, сказал: «Я думаю, квантовую механику не понимает никто». Наконец, хотелось бы еще наглядно продемонстрировать параллельные вселенные. Давайте, это интерактивчик такой, давайте все возьмем вот так вот руки, параллельно, как можно, как больше. Давайте. Это действительно очень просто понять, что я имею в виду. Так, параллельно. Теперь очень медленно сведем их друг с другом. Очень медленно, да. А теперь снова разведем. Всем спасибо, что сегодня пришли. Это наш первый ивент. Надеюсь, что вы поможете нам, а я попробую помочь вам подготовиться к выступлению. Поднимите руку те, кто боится выступать на сцене. Спасибо нашим спонсорам, замечательный мячик. Мы попытаемся наглядно продемонстрировать, что такое радар. Как вас зовут? Григорий. Мы ловим мячик, бросаем не обратно. Так работает радар. Добро пожаловать в будущее.